Народный депутат от Народного фронта Сергей Поляков пришел на допрос в НАБУ. Это уже не первый его визит, но ранее депутат проходил по так называемому янтарному делу лишь как свидетель. Сегодня же он фигурировал в качестве подозреваемого и, возможно, поэтому выступил с очередными обвинениями в адрес антикоррупционного бюро. По словам нардепа, бюро якобы незаконно прослушивало высокопоставленных чиновников. Напомню, 21 июля Соломенский райсуд столицы определил ему меру пресечения в виде залога в 300 тысяч гривен, а также обязал носить электронный браслет, но надеть его Поляков отказался.